Математический провал. Сегодня стало известно, что 492 ученика не справились с ЕГЭ по математике. 277 человек – это школьники, остальные – выпускники лицеев, колледжей и техникумов. Получается, что не сдали экзамены почти 8% выпускников. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 4,4%. Таким образом, 2012 пока рекордсмен по непреодолевшим отметку в 24 балла. Именно таков был обязательный минимум по математике. И только одна выпускница второй Ярославской гимназии Ксения Лагутина справилась с заданиями на 100 баллов.